такое, ну, относительно легкое было. Молодцы все-таки файфалины, что смогли закомбэчить до минимального, так скажем, отставания, да, но это не помешало команде ВХЗ выиграть карту в целом. То есть, да, складывалось впечатление, что ВХЗ все-таки сильнее и на деловом центре, поэтому... Ну, то есть, победа не было, не была удивлением для меня, например. Ну и вот Тимок выходит все-таки уже в аплент, Райден хорошо хлопанул сейчас своему тиммейту Фриду, и ситуация 4 в 4 на карте, а вот у Зишки здесь будет, ой, как весело, три игрока на мосту, Олег один, ну вот минус найти и уходить, но Стиви не прощает, Стиви с Вашками, я не знаю, он лучше, чем многие другие Вашки этой команды играют. Вот Илья на тебя обидится. Ну, в первую очередь, на себя надо обижаться, раз поменял этот девайс, но с кемпой он действительно пожил в свое время. Но, тем не менее, Фрид его здесь перестреливает, и выход пока что под Б-плейнт не удается. Там Райден еще с дороги готовится контрить своего соперника. Лапыч закрывает Реда. Это единственный был игрок, который, как возможно, мог бы зайти в спину. Но здесь, да, с раскидом гранат сыграли довольно неплохо. Ну и у Зитера проблемы. Перестрелял Фрида, но это много чего не дало ему. Ему и его команде там Райден просто успешно пикселя между катушек расстрелял. 1-0. Как же красиво двумя гранатами выкрыли игрока на узкой линии. Команда OXZ, это просто вот заглядение. Прям вот видел этот момент. Супер. Многие команды могут взять себе на вооружение. Вот как надо быстро коммуницировать, друг с другом принимать решения. Гранат, который, возможно, спасла этот раунд для команды Art of Execution. Фрид поджим боковой уже довольно дефолтный для себя ситуации. Часто мы видим такие пуши от Виталия. И очередной успешный выход. Ну, Тимоха не пойдет, наверное, уже пушить. Но пошел пушить дальше боковую. Какой-то неугомонный Виталик. Но, как говорится, нам везет и мы играем. Поэтому Виталий идет дальше искать свои жертвы. Но тут, в принципе, Фрид, он, знаешь, я помню, наверное, несколько раундов, когда вот он прямо сидел. Это у них когда была прям полнейшая жара, и соперник там вылетал и под каждой позиции перестреливал. Тогда Фрид сидел, а так у него, мне кажется, здесь порный. Полный. Да, да, да. Все мы понимаем, Роскомнадзор запретил недавно один прекрасный сайт, и у тебя на этом пошла психологическая атака. Полный карт-бланш на агрессию, и Фрид просто идет разносить своего соперника. Но фугас устанавливается под аплейнтом, Ред здесь уходит в тэшку. Тимоха отыгрывает от бетона, кстати, сюда направляется Зишка, и у Лапта могут быть проблемы, 505 за спиной, но C5 сработало. Зишка сработала, знает, где Тимоха находится, все, Тимоха на боковую, а Ред в тэшке будет в упоре принимать, но будут, скорее всего, на пик играть. Ну вот разберутся между собой, кто кого первый пикает. Так, пошел на боковую, заметил Тимоху, и Тимоха довольно успешно справляется в одиночку против Лапы. Это 1-1, ответочка от Five Elements имеется. Ну вот вопрос в том, сколько раундов смогут забрать команда Five Elements в атаке. Сколько Ошки позволит, или сколько все-таки сами силой воли наскребут команда Five Elements. Ну, поехали. Выход, опять же, в тэшку у нас имеется. А Тимохи, ой-ой-ой, ну да перебирался. Вот этот свап оружия, это вообще самое грозная, самая злостная такая ошибка от всех игроков при атаке. Особенно, когда вы подходите к позициям своего соперника, вы пытаетесь еще постоянно перебирать. Ну, естественно, то, что на таких ошибках Фрид сразу же ловит. Правда, Зитер разменялся, наказал здесь Фрида. У Зишки будут проблемы при выходе с моста. Уже в упоре находится Стиви, к нему уже подходит 505-й. Так что здесь Олегу будет играть довольно тяжело, если будет принимать в упоре. Но пока что уходит на дорогу, и у него должен быть саппорт в лице Вейзика. Но у него 18 кп, он закрывает мид. Да, и у Вейзика есть на миду два игрока. Это Ред и Зитер как раз таки. И вот уже ножки заметил, заметил. Ай-яй-яй, какой же таймик неприятный. Хаешечка филигранная. И у Зитера остается еще 66 кп. Но там Стиви закрывает одного. Зитер, Зитер тоже погибает. Вейзик, будучи родовым, неплохие минуса делает. Вейзик еще 46 хп оставил своему оппоненту. Но это раунд 1 в 2 для Райдена. Бомба пока что не стоит. Вот сейчас хорошая гранатка-тайминговая полетела, и Стиви от нее просто убегает. Ну и правильно делает, все, есть информация по дому, есть информация по пункту. Райден должен, по сути, этот раунд закрывать. Калсбар соперника, конечно, вообще прям на мизинчик, на ноготочек. Ну, вот, знаешь, Калсбар здесь тоже не главная вообще вещь, и вот Стиви это подтверждает.
есть минусы, и 2-1 загорается счет на табло. Атака вроде как начинает набирать свои обороты, но опять же судить довольно сложно. Если брать в учет первую карту, там в принципе развивалось все по идентичному сценарию, но потом все пошло не по плану для команды Five Elements. Откид хаец Тэшки здесь же принимает уже Тимоха и Ред своего соперника. Зитер готовится принимать своего энеми при аркаде боковой, именно сюда направляется Фрид. Но мне кажется, далее Виталий Попов не пойдет, будет отыгрывать от мусорки, от Райдена. Open фраг, падает Тимоха, и ситуация 5 в 4. Фридосик, ты сейчас в спину выйдет, там два игрока в тэшке, мне кажется, буду сейчас недоумевать. Как же так? Первый пошел, второй все-таки разменялся, неплохо. Но там уже выходит на винты Стиви, и лапа его, конечно же, здесь ждал. Ред плюс 505, вдвоем против четверых фуловых, будет тяжело, Вейзик уже идет закрывать мидл, и Вейзик может, на самом деле, в теории игрока на Б пропустить, если все-таки 505 решит спуститься под винты и спетлять под Б-плент. Так что по 505-му вообще никакой инфы нету, да и по Реду, наверное, тоже нету. Три игрока в апленту, один как раз-таки Вейзик закрывает с нуля своего оппонента. И вот Ред решил довернуться через низ винты, но неудачно. 2-2. Миссия успешна. Пока что качели. Пока что качели мы с вами наблюдаем. Но сейчас посмотрим, кто же вырвется у нас вперед. Игроки команды Five Elements, в принципе, имеют все шансы на то, чтобы обыгрывать своего соперника на первой половине. Все-таки это атака, это взрыв в городе. И здесь в атаке парни должны чувствовать себя более комфортно. Втроем попытались отыграть на мосту. И, в принципе, у них это неплохо получилось. Только в этот раз вместо Зи принимал Вейзик. И все мы знаем то, что Вейзик может агрессивно здесь сыграть на мосту. Он редко когда отходит. Но сейчас Олег дает информацию о том, что ему нужна толпа именно на Б-сайте, но тем не менее Стиви вылетает просто припайром, сбривая здесь Зишку. Моментальный размен был от Фрида, но дальше идут пушить Виталия Попова, 48 хп остается, лапа у него в роли саппорта, но тем временем будет выход под аплейн. А там Райден, но против Тимохи будет трудно, у Тимохи все-таки вашки, лапа, Райден все-таки ставит хедшоты. Надежда на Стивоса, Фрид его здесь пикает, а Стиви-то хитер бобер. В спину может выйти к Виталию Попову. Зитер спалил свою позицию под тэшкой. Райден его здесь ждет, никуда не пикает, а вот и пикнул. Пикнул так, что потерял 32 хп своего здоровья. Зитер. На вот Стиви все крадется. Крадется к своим соперникам в спину, понимая, что Зитера нужна хелпа, но там со спины приходит уже и Фрид. Ну, пора, пора. Все, Стиви дал минус, но не знаю, поможет ли этот минус дальше в развитии раунда. Все-таки надо ставить бомбу, и бомба будет поставлена, и клатч раунд 1 в 2. Там сразу же пойдут на выбивание, мне кажется, Райден вместе с Фридом через перемычку. Это должен читать сейчас Стиви. Сколько у него? 30 патронов. А, ну у него одиночный ИВА 93. Дуалов здесь не имеется, но, естественно, его уже здесь зачекали. А Киткае неплохой, но, тем не менее, Фрид его ликвидирует. И это еще один раунд для команды АОХ. Сейчас прикинь, вот этой с ХАЕшки маскил бы оформил у нас Стивоз. Было бы вообще замечательно. Далеко. Ну да, там парни, в принципе, ее заивейдили, я имею в виду, вот, если бы такое было, было бы шикарно. Но если ДКБ, это, как известно, у нас не проходит такая фишка. 3-2 загорается счет на табло, опять же, выход будет на мост, и вновь Бейзик в роли закрывающего этой позиции, сотня хелсбара. Но в этот раз, я думаю, сыграет более аккуратно, летят под него прострелы. Неплохая хаешка, кстати, залетает, но там лапа помогает своим тиммейтам, своему тиммейту на мосту, и при этом еще взрывает бочку при аркаде, ну и наказал. Чтобы ты понял, здесь это все было сделано с винтов. Красавец. Взорвал. Вездесущий парень. Взорвал машину на мосту с винтов. Ну или из-под КТ спауна. Как тебе такое, а? Чисто вот это вот я понимаю, да, бесконтактный бой. Это какой-то прям, знаешь, как местный Жан-Клод Ван Дам. Либо этот Чак Норрис. Просто не прилагая никаких усилий. Стоит парень на бойпланту, раскидывает гранаты под мост, дальше взрывается. Взрывается также пятое место у команды Five Elements. Но вот сейчас неплохо сыграли Тимок с Дитером, но Тимок еще на винтах забирает лапу. А вот сейчас ситуация далеко не единоличная. Здесь Тимок может еще и по Райдену так-то пачку поставить. И Зитер как раз аплэт идет уже закрывать.
Но здесь Тимоха просто в такого роли байтера сейчас на себя. Он отвлекает внимание своего соперника при ротации под аплейн. Тут еще и смоки полетели под бомбсайт. Попытается Райден здесь сыграть на слух. Попытается услышать своего соперника при проходе. Ну и не открывается здесь ни Вейзик, ни Райден. Они прекрасно понимают то, что Хелсбар сейчас им не позволяет играть довольно агрессивно. А Тимоха вместе с Зитером — это довольно неплохие стрелки. Тимоха уже неоднократно подтверждал статус MVP в своей команде. Просто разносил все, что движется, но посмотрим. Выход на бомбсайт имеется. Райден дает информацию, то, что в плейнту находится соперник, но тем не менее добивает здесь Тимоху, и Зитер один против двоих. Установка фугаса, но по нему есть вся необходимая инфа, и его должны закрывать без проблем. 4-2. Пока что первая половина к логическому миссия завершению успешна. Подходит в пользу команды OXZ. И вот сейчас, да, вот, ну, неплохо провели первые 3-4 раунда команды Five Elements. Но и в какой-то момент ребята поплыли, откровенно говоря. Все-таки есть много, да, чего непонятного, как и где действовать. В принципе, ребята все олдовые, олдскульные, должны понимать, как играется в ВВГ. Но все-таки та команда, которая ее разбирает больше и играет ее, в принципе, больше, она как бы у них и в почете, и, соответственно, она, по идее, должна легче заходить. Но это еще первая половина. Пока что точки над «и» ставить не будем. Дождемся смены сторон, а там, возможно, и Five Elements потянутся с хорошим уровнем игры на обороне. Но там сейчас у лапы будет жаришка, там будет выход с винтов, я так понимаю, от команды Five Elements. Но пока что парни действуют как-то неуверенно в себе, но я думаю, здесь без банкета ему явно не обойтись. Соперник потихоньку подходит, все, есть информация по Тимохе. Нарейдил его немного, 79% здоровья остается, но тем не менее Тимоха еще жив-здоров. От Вейзика неплохой опенфраг падает у нас Стиви, ну и как Стиви доказывал, то что с Уашками он довольно грозный соперник, ну и он отлетает с самого начала раунда. В соответствии, без него открывать бомбсайты будет довольно сложно. Фрит опять же выходит просто на чек мида и находит здесь голову Тимохи. Открывается еще и Ред, но Ред опять же перестреливает Фрида, и остается один против четверых. Но вся беда в том, что по нему инфа вся была. Его здесь должны закрывать, но если Райден его не законтрит. Ой-ой-ой! Ну, пацаны, как так? Ну что, Ред, 24 хп. Спасет ли свою команду от пятого раунда? И от как минимум от проигранной первой половины так точно. Ну а там еще и в отрыв могут уйти OXZ. Опять так же, да, 6-3, 7-2 и тому подобное. Поэтому для Red, вот, серьезно, если бы он забрал этот раунд, это прям очень хороший вообще такой толчок по морали для команды Five Elements. И очень хотелось бы им этот раунд забрать, но неплохо. Red, как же неплохо он действует. Есть информация по последнему игроку, и Зишка погибает. Red тащит этот раунд. Вот это красавчик. Вот это было действительно очень классно. Ты заснял? Да. Отлично. Я думаю, Red будет доволен собой, когда мы будем составлять хот-тен. Да, кстати, ребят, чекайте хот-тенчик-то. А то что-то как-то фидбэка больно мало по нему. Вроде все смотрят, но никто ничего не говорит. Ну что ж, выход у нас имеется по позициям Т-шки. Здесь Тимоха пытается как-то сыграть на агрессии, но, по крайней мере, пытался. 70% хелсбара у него осталось, и он, в принципе, прекрасно понимает то, что соперник будет закрывать в упоре. Ну и здесь, как минимум, трое игроков команды OXZ будут на приеме аплейнта находиться. Лапа, если что, на перетяжке под Б-сайт. От Стиви имеется опенфраг, правда, Райден не прощает, падает у нас здесь Тимоха. Еще хаешка под Илью неплохая, но Илья как-то ее вообще проигнорировал. Не попытался даже заивейдить, может, просто не заметил, но, тем не менее, отправился на ней в таверну. Полетели также прокиды на бомб-сайт, там 505 пытается ворваться на бету, но пока что по Вейзику инфы 0. Но там зато Ред неплохо действует по боковой. Вейзик как раз таки погибает от 505-го. И ситуация 3-1. Лапа остается в соло, но лапа на винтах вообще. И, то есть как сейчас действует в команде 505-го, непонятно. То ли А ставит, то ли Б. И все-таки это установка Б. Планта через мост уходит Ред. Со спины пойдет Зитер у нас. Все, спалили последнего игрока. Ну и там в спину должен с перемычки идти Зитер у нас. По сути, должен ставить точку здесь жирно. Ладно, лапа очень много времени потеряет на поиске своих оппонентов. Ну и в итоге Зитер здесь должен точку ставить. Ну, или 500, ну да, в принципе, и так тоже можно.
4-4 загорается на табло, довольно неплохо проводят первую половину игроки команды Five Elements, с учетом того, что в прошлый раз у них многое что не получалось, и соперник просто играл в разнос. Сейчас играют на равных, молодцы, смотрим, что будет далее. Но, в принципе, опять же, есть такое небольшое ощущение дежавю. Первая карта развивалась абсолютно точно так же, только там 6 раундов забрали игроки команды AOXN, но... Посмотрим, что будет сейчас. 505-й, опять же, играет довольно агрессивно на ланге, на мосту. Но Вейзик оказался сильнее. Выход, опять же, под аплейн планируется. Но пока что Райден останавливает весь этот процесс. Вот у Зитера хорошая возможность будет сейчас ответить за своего тиммейта. Но сюда Зишка уже приходит в упор с Уашками. Поэтому вот боковая должна здесь играть на убой. Серьезно, если Райд не делает фраги, то это будет прям очень плохо. Но вот по Райдену надо поработать. Да, все по нему есть информация. Зитер вроде как хелпанет с Тэшки, но... Надо сначала дать минус по Райдену. А в это время лапа погибает. Неплохо Тимох байтит на себя немножко внимания. Забирает концентрацию апланта под винты. И сейчас вот как раз таки Тэшки с боковой должны были действовать. Но это перетяжка и выход под Б-плен, где их никто не ждет. Ну, посмотрим, будет ли это ошибкой для команды AOXM. Я думаю, вот этот выпад сейчас от Зишки на мидл будет давать очень много информации команде AOXN, но там Ред еще остается на ноле. Вейзик закрывает здесь Зитера, по Тимохе, я думаю, также информация сейчас упадет незамедлительно, вопрос времени. Ну и дальше парни должны его перестреливать, и тогда эта ноша опять упадет на плечи Реда. Если он сыграет здесь 1 в 3, опять потащит этот клатч раунд, будет просто королем у себя в команде. Но мне кажется, до этого лучше, ребята, вам не доводить. Выход на аплейн, тут уже полетели прокиды туда, и вот этой гранатой он немного палит свою контору при выходе под бомбсайт. И сейчас AOXN также обращает свое внимание именно под позицию Альфы, и скорее всего туда будет ротация, но там, я так понимаю, установки фугаса не следует. Ред будет играть с двойки. А все, Райдена заметили. Райден дал информацию также по перемычке. А вот здесь, ой-ой-ой, в спину выходит, спалился Тимоха. Какая же нелепая и досадная ошибка в стрельбе от Тимохи. Ред, ну что, очередной клатч 1 в 3, или же это 5-4 в пользу команды AOXN? Да, это 5-4, и мы выходим на смену сторон с минимальным преимуществом Art of Execution на первой половине. Но все равно молодцы, все-таки в обороне, на взрыве в городе. Сложнее было отыгрывать, но опять же, сейчас у нас так все переворачивается. Так все вот... Ой, да. Ну, я говорю же, АОшки 5 раундов в обороне, это достойный результат. А, это более чем. Ну, просто я думал, ты говорил про Five Elements. Не-не-не. Более чем достойный результат сейчас у команды AOXN в обороне отыграли. Но, опять же, знаешь, вот как сейчас переворачиваются вот эти стандарты, да? То есть мы считаем, допустим, то, что оборона там сильнее на картах, а игроки просто свои какие-то стереотипы, так сказать, устанавливают, и им... Наоборот, все легче, там, допустим, в обороне отыграть, нежели в атаке и так далее. Ну, будем смотреть, как сейчас будут действовать AOXN. Мне кажется, удар сейчас придется сразу же под аплейнт, выход винтов, боковая плюс тэшка. Направляется как раз-таки Вейзик и лапа на боковую. Зишка будет играть через тэшку. И выход с винтов уже имеется от Фрида и Райдена. Их просто здесь никто не контрит. Но если Фриду позволить так играть, то здесь его остановить будет сложно. Но у Тимохи это получается. Стиви также закрывает Вейзика, но бомбсайт уже прорвали. Тимоха и 5-0-5, остается 2-2. Против лапы и Вэй... Ладно, хорошо. Хорошо, ребята, говорили. Тимоха просто в соло порешал. Квадрокилл. Так, ну что, поехали. 5-5 по раундам. Все неплохо у команды Five Elements. И вот надо пытаться им играть в свою игру. Сейчас попробовать как-то, вот не знаю, удивить команду AOXN. Да, вот как вот в ММАСиках есть. Официант, привезите мне то, чего я еще не пробовал. Победа над командой AOXN в ВГ. Вот это действительно было бы интересно посмотреть, да, вот как бы все-таки АОшки сыграли. Точнее, не сыграли, а как бы они проиграли. То есть в какой бы борьбе они проиграли команде Five Elements, какими раундами выигрывали бы 5 элементов. Вот за этим было бы интересно посмотреть. Но пока что все очень хорошо у команды Art of Execution, за исключением того, что вот сейчас Тимоха нашел еще перед смертью фраг. Ай-яй-яй-яй, Зишка-то здесь погибнуть может на раз-два. 14 хп у него, и все, по нему есть информация. Ну и Зишка, естественно, то, что он сейчас не полезет на перестрелку, он понимает то, что с его хелсбаром выходить на открытую перестрелку, это просто самоубийство. Вейзик будет принимать в упоре спокойно здесь, парни, закрывается на бомбсайте и не позволяет своему сопернику выходить.
Да, в принципе, тут 505-му было бы сложно выйти с двумя фрагами. Сразу же парни находились абсолютно по разным позициям бомбсайта и развернуться там на 360 каким-то фликшотом поставить. Ну, там вероятность была, ну, 3% буквально для него. Но посмотрим. Выход, опять же, имеется на мид от Фрида. Но Тимоха сыграл на аркаде. Он только мог слышать своего соперника. Но возвращается также на винты. И Фрид погибает. Райден направляется на мост. Будет выход, скорее всего, в дальнейшем под Б-сайт. Ну и здесь ротация полностью команды Five Elements. Тимоха остался один, но у него 1% здоровья. Не понимаю, почему именно такое решение принимает сейчас команда Five Elements. Если Тимоха здесь погибает, а он максимум здесь, ну, пачку поставит, там где-то первая тычка, и может быть, да. Ну, есть дуал, может, в тушу разберет и собирает дальше информацию для своей команды. Больше здесь для Тимохи ожидать не придется, если только не какие-то чудеса. Но выход уже имеется на дорогу, выход имеется на чердак, и здесь принимает уже Вейзик. Так что Стиви должны будут контрить. Хаешка неплохая на бомбсайт, но уже готовится установка фугаса. Там Зишка зашел вместе с Райденом. Ну и Хаешка неплохая, Зишка, конечно же, за лейн. И нашел там Тимоху. Стиви очень опасно играет. Зишка открывается на перестрелку, но, в принципе, пользуется той же фишкой, что его соперник. Но Стиви, конечно, попытка откинуть хаешку была неплохая. Но, увы, через сетки они у нас не летают. От Вейзика есть еще один минус. Райден также помогает своему тиммейту на дороге и спокойно перестреливает своего энеми. Еще один раунд забирают для себя игроки команды AOXZ. Парни отыграли сейчас довольно неплохо, с учетом того, что потеряли с самого начала своего бомбардира Фрида. Ну, далее... Помогли сориентироваться и сделали все как по инструкции. Да, ну что, три раунда до победы команде Art of Execution. Заберут ли вот этой сразу волной, либо же придется немножко попыхтеть над соперником, потому что, да, соперник непростой. Соперник очень такой вот неудобный, я бы сказал, во всех его моментах. Поэтому вполне вероятно, что и на этой карте Five Elements покажут... Ну, они уже показывают неплохую игру, но, возможно, покажут еще лучше. Хороший. Хаешка на пятерку от Фрида прилетает. Минус Ред. Но Ред как-то не законтролил вектор полета гранат, поэтому был дезориентирован. 505-й. Хороший фраг из-под восьмерки по Фридосу. Но там уже выход под дом. Уже Райда на дороге. И уже Тимоха впрягается в перестрелку. Отличный минус. Ой-ой-ой, хаешек хороший, от Вейзика падает. 505 еще лапу забирает. Ну, как-то все очень классно пока что у команды Five Elements. Но вот Тимох погибает, уже становится ситуация немножко неприятной. А вот здесь еще под бетоном Зи выйдет. Ой-ой-ой, в спину если выйдет сейчас. А там уже в доме. А там уже в доме. Да ладно, 505-й. Ну, красавчик. По таймингам вообще сыграл классно. Но Зи... Еще жив. Ну, ты смотри на этого хитреца. Вышел на восьмерку, нашел один минус, сразу же ретируется на мидл, пойдет через винты и будет ротация под оплейн. Стиви, естественно, то, что это прочитал, но тем не менее противостоять своему сопернику не смог. Зишка его моментально ликвидирует. И теперь ситуация один в один, но против дуалов играть с Аугом будет довольно тяжело. Ну, Зишка, жестко. Что ты лепишь? Трипл килл в его исполнении, отличный клатч раунд и... 3-1, вторая половина у нас проходит. Ну и AOXZ уже на пороге победы второй карты. Ну поехали дальше. Пока что все очень классно. У команды AOXZ поджим винтов от Тимохи. Какая-то гранатка такая пролетела довольно сомнительная и убежал. Ну давай, еще бы сейчас на винты не запрыгнуть. Оп, оп, хорошо. Хорошо, третья попыточка. Погнали, Тимоха. Ездишь, успех. Ну что, Виталий Попов погибает, а вот в стрельбе Тимоха получше, чем... По запрыгиванию на винты. Вот это было классно. Но вот 505-й. На мосту, кстати, вот с Аугом принимает вот это вот, ну, сомнительное решение. Все-таки здесь и УАшки имеются в виде Зибона, и Райден сюда хаешечки откидывает. Но с Аугом, да, было тяжело, и все-таки 505-й погибает. Но преимущество в одного игрока у Five Elements еще имеется. Но здесь плюсом ко всему Five Elements имеют всю информацию по своему сопернику, где находилось трое их оппонентов. Ну и, соответственно, должны укреплять сейчас выход под позиции Б-плейнта. От Реда неплохой минус, но далее Вейзик разменивается, Зишка остается под бомбсайтом. Вейзик будет контрить выход с перемычки, скорее всего, еще аркаду с моста, с чердака. Но фугас установлен, и теперь вынуждены более открыто действовать игроки команды Five Elements. 505-й уже находится на восьмерке, у него есть информация.
информация по своему сопернику в доме. Также Зишка здесь мансуется под бомбсайтом. Даблкил в его исполнении. Ну и Ред один против двоих. Попытается еще законтрить здесь Зишку, но мне кажется, Вейзик должен каверить своего тиммейта. Хаешка превосходная от Реда. Но Зибон что-то разгулялся, походу. Дайте мне их. Пустили его во все тяжкие преступления. И Олег здесь два раунда подряд уже по минус 3 делает. Ну, шикарно. 9-5. 4, опять же, матчпоинта теперь у команды ВГЗ. Уже не мапа, а матчпоинта. Это, возможно, последний раунд на это противостояние мы с вами увидим. Ну, победа, если даже она и будет от команды ВГЗ, да, то она здесь, ну, не является неожиданной. Да, мы все-таки прогнозировали, что они здесь должны побеждать. Правда, вот с каким счетом, это уже абсолютно другие разговоры. Тимоха погибает. Правда, 505 успел сделать фраг у нас по райду. Но на мосту уже Зитр остается один на пятерке. И у Зитра здесь крайне несладкая жизнь сейчас будет. Но к нему подтягивается хелп. Ну как же, гранатами в зоне Таошки. Сейчас Стиви там один пытается бороться под аплентом. И у него это очень классно получается. Ну, Стиви, конечно, Лева. Стиви это Лева. Но если бы сейчас Фриз здесь еще раздал на перемычке... Да что? Виталя, можно не так жестко? Как он мансуется сейчас, на секундочку, от перекрестного огня, при этом на 360 с разворотов еще лепит пачки. Если бы он сейчас закрыл эту хелпу с перемычки, все, ребят, здесь пиши пропало. Мне кажется, Виталя там бы уже просто на плюс морали бы разнес своего соперника в ситуации 1 на 1. Выход опять же на винты имеется, Фрид не оставляет шансов Тимохе, и далее аплейн под ударом. Но здесь от Стиви вместе с Зитером неплохой сейв, правда, бомбсайт уже занят командой AOXZ. И вновь его нужно выбивать. Ну что, Зитер на очень огневой позиции находится. Вейзик заберет там стэшки. 505-й как же вовремя должен подоспеть, но приходит вообще не вовремя. Вся команда полегла. Но есть минус раз. Будет ли минус два? Лапа живет, живет, живет на последнем издыхании. Да ладно, еще из питона закрывает. 505-й живет, но Олег... Олег пришел и сказал: я вернулся, дорогие друзья. Меня долго не было, я вам затащил катку. Вот кого не хватало команде ОЭКЗ все это время. Победа 10-6 и 2-0 по картам.